Оно было в первом поединке в UFC у Хакима, у Дэнни Хенри в марте 2018 года. После этого 4 победы подряд, и мы видим, что Зубайр этот угол в вес не уложился, и насколько длиннее конечности у Хакима Дауду. Ladies and gentlemen, we are live from UFC Fight Island in Abu Dhabi for UFC 253, Adesanya versus Costa. And now, this fight is 3 rounds in the UFC featherweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a striker holding a professional record, 19 wins, 4 losses, 1 draw. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 150 pounds. Fighting out of Grozny, Chechen Republic, Russia, Zubera Warrior Takhugov. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 11 wins, 1 loss, 1 draw. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Calgary, Alberta, Canada, Mean Hakeem Dawodu. And when the action begins, our referee in charge, Kevin Sataki. И вновь Кевин Сатаки в роли рефери. У нас открытие мейн-карда UFC 253. Вы смотрите UFC TV. Зубайр Тухугов в серых шортах против Хакима Дауду, который находится у нас вот таких бордовых. В прошлом году Зубайр уже дрался в Абу-Даби, и у него был сложнейший поединок с Лероном Мёрфи. Я думаю, он сегодня будет вдвойне мотивирован, чтобы одержать первую победу в Абу-Даби. Много различных медалей, в том числе и золотых с чемпионатов мира по муай-тай у Хакима Дауду. И, видимо, он начинает сразу же с лоу-кика, а затем удар был с разножки еще. Но Зубайр Тухугов пока держит дистанцию уверенно. А, интересно посмотреть, как Тухугов будет испытывать борьбу своего соперника, поскольку в этом плане Зубайр гораздо более опытен и способен. Ну и не будем забывать, опять же, что потяжелее вышел на этот поединок Зубайр Тухугов. В борьбе это может сказаться. Вот так, конечно, нельзя не отметить физические данные Хакима. Очень атлетичен, грозно выглядит. На промо-кадрах прям пугает. Первая минута чистой воды разведка. Никто вообще не носит никаких ударов. Присматриваются бойцы друг к другу. Он вообще ни одного удара еще Зубайр Тухугов не выбросил. Между тем уже минута 15 первого раунда позади. Атакует пока только Хаким Дауду. Ну, атакует тоже громко сказано. Пока был один удар вскользь, наверное, тоже не самое серьезное преимущество для него. Так что посмотрим, что будет дальше. Все-таки 3 раунда по 5 минут. Отлично сейчас подловил Зубайра на встречном движении соперника. Вторым номером сработал прекрасно. Первый же удар и сразу в подбородок. Тухугов не врал про то, что собирается удивить нас своим боксом. Левый сбоку, правый прямой подсказывает из угла Зубайра Тухугова. Но пока не спешит форсировать события россиянин. И да, действительно, прошло уже 2 минуты, и от Зубайра не было ни одной попытки перевести на землю Доуду. Сейчас, вроде бы, пошел в клинч, но получилось, что просто оттолкнул своего соперника. Снова левый боковой от Зубайра Тухугова, но уклонился от удара канадец. Коди Гарбран, да, в Твиттере пишет, что очень доволен он таким началом мейн-карда. Отличный поединок для старта. А до этого еще Чарльз Росс написал, что мы смотрим такой высокий уровень кикбоксинга от обоих спортсменов. Хотя ударов было немного, но уже некоторые оценивают навыки стойки. Опасаются спортсмены, что называется, мощи друг друга.
Даже редкие удары Тухугу все равно показывают нам, насколько скоростные руки у него. Очень быстро вылетают, что прямой с дальней руки, что джебы, хуки. Удивительно, что не так часто пользуются лоу-киками, каким Дауду. Хотя довольно близко к нему стоит передняя нога Зубайра Тухугова. И вполне есть возможность ее атаковать. Возможно, опасается, что сконтрит Зубайра. Поэтому мало лоу-киков от Хакима и проходит. Пытается нащупать дистанцию Дауду, пока совсем ничего не получается. Пошел вперед Зубайра Тухугов. Едва не нарвался на встречный удар. Никто не хочет отдавать центр октагона. Бойцы поочередно занимают место в центре. Снова пошел вперед с правым прямым Зубайра Тухугов. Очень-очень много подсказок ему сразу из угла. Летит. Чуть снизил активность Хаким Дауду. До этого, кстати, попал в область печени апперкотом таким, но тут же Тухугов во встречной комбинации попадает уже своим прямым ударом. Очень быстрые руки Байры. Даже сейчас видим удар правый прямой, просто молниеносно. Он не достиг цели, а вот сейчас уже ответил и дал. Снова подсказка из угла, что на скачке надо атаковать Зубайра Тухугова. Но времени на это уже совсем не остается. 5 секунд до конца первого раунда. Судя по всему, это голос Ислама Махачева. Дает советы Зубайре Тухугову. Он, видимо, тоже является одним из секундантов на сегодняшнем поединке. Ну и посмотрим, как скажутся все эти советы во втором и третьем раунде. Молодец, Зуба. Все хорошо. Одиночные не бей. 2-3, 2-3. Зуба, смотри сюда. Раздергивай же его. Дергаешь. Дернул, раз-два ударил. Стоишь на место, после правого удара он уходит и контролирует. Не оставайся. Левая сбоку заканчивай. Заканчивай и уходи, понял? Все нормально. Он медленный на руках. Ты нам... комбинацию больше. Зуба, и руки. Руки повыше, чуть поувереннее. Да. Все четко. FreeBet 1000 от WinLine. Без депозита, без отыгрыша, на любой коэффициент. FreeBet 1000 от WinLine. Наслаждайся игрой. Очень близкий первый раунд подошел к концу. И посмотрим, какие выводы сделали бойцы после советов угловых во втором. Да, но в углу Зубайра Тухугова, как мы уже неоднократно отмечали, просто целый десант из звездных бойцов. Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и тренер по боксу Зубайра Тухугова, который был за клеткой, который, кстати, очень много подсказывал. Да, и стоит отметить, что в углу Зубайры не было никаких советов касательно борьбы. Видимо, он действительно настроен на то, чтобы провести все три раунда именно в стойке. Хороший лоу-кик сейчас от Дауду. А пишут некоторые представители Твиттера, что чуть замедлился Зубайра Тухугов, хотя не было это заметно, честно говоря. Мнения, кстати, разделились в Твиттере от экспертов по поводу решения в первом раунде. Кто-то пишет, что 10-9 забирает Тухугов, кто-то пишет, что отдал бы этот раунд Хакиму, что только подтверждает его близость. Смотрите, размен какой. И чуть-чуть, наверное, лучше был все-таки Хаким. А вот сейчас уже с апперкотом залетает Тухугов. Отличная двойка Зубайры. Да, самое интересное, конечно, что невероятно есть преимущество в риче, в длине рук у Хакима Дауду, но практически этим не пользуется. Здорово действует на ногах Зубайра Тухугов, здорово держит дистанцию и практически нивелируется все это преимущество. Сразу как пораз. Впечатлен футворком Тухугова. Говорит, что отлично работает на ногах Зубайра.
И как он подтверждает твои слова? Несколько раз сейчас подряд попал в тухугов, но пропустил джеб довольно жесткий и лоу-кик вдогонку к Акиму Дауду. Зарубили сейчас бойцы. Жесткий обмен ударами. Оба попали. Да, в разменах пока тухугов на голову превосходит своего соперника. Да, но при этом был совет из угла Зубайра, чтобы он попробовал сделать подсечку. Но пока у него все хорошо складывается в боксе. Что, размен? Хаким Даудов пошел с лоу-киком Зубайра Тухугов, достал его справа. Уверенно начинал Хаким Даудов. Сейчас такое ощущение, что немножко не понимает, как нужно действовать. Неудачные джебы с обеих сторон. Попал в голову Зубайра, но он пропустил тут же по корпусу. Старается отдавать той же монетой Хаким Дауду, если пропускает. Вот сейчас, кстати, была попытка подсечки от Зубайра Тухугова. Вырвал свой джеб сейчас Дауду, просто постоянно ему набрасывает. Да, и вот первая попытка прохода. Поджимает к сетке Зубайра и... И нет, не удалось ему перевести Хакима на землю. Неплохая комбинация от Дауду сейчас. Да, и во втором раунде бойцы более открыто ведут поединок, нежели в первом. В первом практически не было урона, а сейчас мы видим отметины на лице обоих спортсменов. Статистика по значимым ударам говорит, потому что Дауду просто в два раза больше попадает. А вот и тейкдаун. Да, первый перевод от Зубайра Тухугова. Еще целая минута до конца второй пятиминутки. Значит, у Тухугова есть время поработать в партере и оформить проблемы для своего оппонента. А я напомню, что единственное поражение Хакима в целом в карьере в ММА было именно на земле. Его задушил Генри за 39 секунд. Смотри, отлично работает Тухугов в партере. Забирает опорную руку. Удовольствие, чтобы от него подняться. Keep fighting, guys. Don't talk. Разговаривают между собой бойцы и делают рефери замечания. Хватит болтать. Работайте. По-прежнему не дает подняться Тухугов своему сопернику. Да, посмотрите, все силы сейчас бросил Хаким Дауду на то, чтобы зафиксировать руку Зубайра Тухугова. Но вынужден был ее отпустить. И Тухугов сейчас набрасывает удары. И вполне возможно, что этот раунд за счет вот этого контроля последних полутора минут он забирает. Причем по значимым ударам сильно впереди в этом раунде был именно Дауду, но Тухугов оформляет хорошую последнюю минуту с контролем и несколькими ударами в партере. Может быть, он нивелировал эту статистику. Ну, в целом, видно, это только будет судим. А у нас впереди третий раунд. Freebet 1000 от Winline. Без депозита, без отыгрыша, на любой коэффициент. Freebet 1000 от Winline. Наслаждайся игрой. Okay. That was a good round. He got that takedown at the end, but I still think it might have been yours, but it's close. Those are two close rounds. You got to win this round, okay? When you're picking him up and putting pressure on him, he doesn't like it. That's why he's starting to shoot. So you got to start getting ready with those uppercuts. Okay. Change levels when you go to the body, okay? Yeah. Get that head down, smash that cross to his body, okay? Yeah. And let's start the ending. The high kick is there. The high kick is there, man. If you end your combos with that nerve too, man, he is fucking eating that leg up. His leg is fucked. Let's start, guys. Let's go. All the way back there. Услышали мы, что говорят в углу Хакима Дауду, и интересные довольно подсказки. Во-первых, сказали ему, что когда ты идешь вперед, когда ты давишь на него, ему это не нравится, поэтому он пытается проходить в ноги. Будь готов к тому, чтобы зарядить свой апперкот, когда он будет нырять. Да, и возможно, это решающий раунд. Если первый раунд ушел в Хакиму, то второй, вероятно, судьи отдали Зубайре, и, возможно, сейчас все решится в этой пятиминутке. Ну, кстати, те же угловые Дауду говорили ему, что это было
Это были два близких раунда, и нам этот раунд очень нужен, вне зависимости от того, как судьи оценили первые два, поскольку там действительно раунды могли уйти в обе стороны. Пока никуда не торопится Зубайра Тухугов. Отлично держит дистанцию. Сейчас смог и уклониться. Один шаг назад и уже пролетает совсем мимо удар Хакима Дауду. Неплохо двигается Зубайра, но не атакует. Пока пассивен. В заключительном раунде. Интересно, насколько разные мнения мы можем читать сейчас в Твиттере. Несколько человек написало про то, что 20-18 забирает Тухугов, но перед этим было несколько мнений о том, что 20-18 забирает Давуду. То есть ровно противоположные мнения. Ну и сейчас интересно, наконец-то рефери все-таки вмешался и сказал бойцам, что нужно чуть активнее себя вести. Довольно было пассивное начало у нас третьей пятиминутки. Давненько мы не видели ударов ни в исполнении одного, ни в исполнении другого. Ногой еще заряжает Давуду. Это тоже то, о чем ему говорили в углу. Сказали, что можешь попробовать хайкик, он слетит. Снежная попытка забороть соперника от Тухугова не получилась с первого раза. Отзащищался Давуду, выстоял. Сейчас два раза подряд пропускает джебы Тухугов. И из угла Тухугова кричат, он тоже устал. То есть понимают прекрасно, что далеко не на пике кондиции сейчас уже находится Зубайра Тухугов. Тем не менее пытается россиянин провести тейкдаун. Чуть-чуть не удалось, хотя вроде бы поднял каким-то Давуду в воздух. Сложно с борьбой уже в третьем раунде. Остается буквально половина до пятиминутки. Да, возможно, это важнейший тейкдаун в этом бою. Потому что очевидно, что Зубайра в третьем раунде смотрелся не так хорошо, как во втором. И тейкдаун, я думаю, сейчас выровнял бы ситуацию по ходу этого поединка. Тактически сейчас хорошо переигрывает Тухугов. Практически забрал спину, но Давуду был на чеку и встает. Меньше двух минут до конца боя. Сейчас пока давление за Хакимом Давуду. Это очень важно. Особенно, когда не слишком много событий в раунде происходит. Смотри, показывает Хаким Давуду, что готов в центре клетки зарубиться. И достает правым прямым, по-моему, еще. Зубайру Тухугова. Почувствовал запах крови, почувствовал кураж, уверенность в канале. Призывает Давуду Тухугова зарубиться, зовет его к себе в центр клетки. Бить надо, подсказывают из угла Зубайра Тухугова. Ну и действительно, здесь не поспорить, слишком уж пассивен в третьем раунде наш соотечественник. Да, много сделал большую ставку на борьбу в этом раунде Тухугов. Не получилось, а вот в ударке совсем Зубайра пока отстает от своего соперника. Заряжен Давуду, сейчас просто кричит на Тухугова. Давай зарубимся, давай подеремся уже наконец. Да, и кричит, хватит бегать, давай, покажи нормальный бой. Бросается там Тухугов с атакой, но получает навстречу. Важно, конечно, не вестись на подобные провокации со стороны соперников, но Зубайре Тухугову действительно было бы неплохо пойти вперед. Вот вам значимые удары в третьем раунде сейчас на экране. Даже не значимые, все удары в третьем раунде. 15 от Давуду и 5 от Тухугова. Серьезное преимущество Хакима. Ну и заканчивается в подобной же манере эта пятиминутка. Да, так вот на задней передаче и закончил Зубайра Тухугов этот поединок. Да, поднимает руки Хаким и думаю, что заслуженно.
Дождемся, конечно, вердикта судей. Сложно сказать, как они подсчитали три раунда на своих судейских записках. Еще раз напомню, что после двух пяти минуток в углу Хакима Дауду абсолютно не были уверены в том, кому отошли первые две пятиминутки. Ну и не могу не отметить, опять же, что в Твиттере большое количество экспертов, судей, журналистов писало, что... После второго раунда писалось, что 20-18 в пользу Зубайра, то есть победить шанс у него все еще есть. Даже несмотря на то, что третий раунд он уступил, многие были уверены, что первые два именно Зубайра забрал. Так что рано делать выводы, давайте послушаем мнение профессионалов. Здесь угадать победителя будет довольно сложно. Совершенно очевидно, что третий был не лучший раунд для Тухугова, но в первых двух у него были отличные эпизоды. Яркие моменты боя сейчас наблюдаем, и большинство из них, во всяком случае здесь, как нам показывают на повторах, в исполнении Хакима Дауду. Ну и видим серьезное преимущество по значимым ударам. В два раза перебил соперника канадец. Чуть впереди по тейкдаунам и времени в контроле Зубайра Тухугов. И скорее всего за счет этого времени в контроле во втором раунде в его концовке он пятиминутку забрал. Любопытно, чем закончился этот конкурентный бой. Послушаем судейские карточки, их оглашение за Брюсом Баффером. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for decision. Dave Torelli scores it 29-28 Tukhugov. Anders Olsen scores it 30-27 Dawodu. And Ahmed Korchi scores it 29-28 for the winner by split decision, Mean Hakeem Dawodu. Разделим решением судей, побеждает Хаким Дауду в этом поединке, но один